Сразу несколько зарубежных частных организаций начали принимать к оплате так называемые биткоины – виртуальные деньги. Электронная валюта, похоже, вышла из тени, и некоторые эксперты прочат ей большое будущее. Все подробности в программе «Факты» у Роберта Францева. В 2009 году норвежский студент Кристофер Кох писал реферат об одной никому неизвестной электронной валюте. Ради эксперимента купил небольшое количество этих денег, примерно на $25. Ну и как это бывает у студентов, сделал и забыл. Вспомнил через 4 года, когда случайно наткнулся на заметку о том, что та самая валюта рекордно подорожала в цене. Оказалось, что стоимость купленных им некогда непонятных денег приблизилась к 1 000 000 всем известных долларов США. Авторство этого частного экономического чуда принадлежит биткоинам, самой популярной ныне электронной валюте. Что же это такое? Если опустить все технические нюансы, фактически это просто набор символов, некий шифр. Это довольно трудно для понимания, но куда интереснее курс биткоина. Вот только этот год взлет с $12 до 824, а на некоторых биржах и еще больше. Конечно, были и падения достаточно серьезные. Скептики каждый раз, когда стоимость биткоинов снижалась, эту валюту хоронили, но цифровые деньги неуклонно били один исторический максимум за другим. Как просто набор цифр, да, и каждая, собственно, единица, один биткоин, это некий уникальный набор этих самых цифр. Он очень длинный, да, но это некое уникальное число. И именно в этом и заключается его особенность, да, в отличие от всех других существующих в настоящий момент валют. Потому что любые деньги, они являются обеспеченными, да, какими-либо долговыми обязательствами эмитента, того, кто их выпустил. В ситуации с биткоинами никаких долговых обязательств по ним ни у кого нет. Отдельные энтузиасты уже называют биткоины валютой будущего. Возможности на самом деле фантастические. В любой момент их можно передавать в любую точку света. Необходимое условие одно – наличие интернета, больше никаких ограничений. Помешать транзакции или заблокировать счет не может никто. Чтобы понять весь цимис биткоинов, сравним их с системой электронных переводов реальных денег, таких как, например, WebMoney. Там все это функционирует так. Если нужно передать средства, то идет запрос серверу. Вот мой счет, прошу перевести 100 рублей на другой сервер. И дальше сервер или люди, которые им владеют, сами решают, надо проводить операцию или нет. С биткоинами все совсем по-другому. Здесь каждая программа-клиент уже сама по себе сервер. И понятно, что принадлежат все они разным людям. Пишем сообщение. Перевожу 100 рублей с одного счета на другой. Подписываем его ключом, подходящим к своему счету. И отправляем это сообщение всем другим узлам. Их тысячи, и каждый независимо решает, стоит транзакция того, чтобы ее включить в общий список или нет. И все это абсолютно анонимно. Создавать свои биткоины на первоначальном этапе мог каждый желающий. Постепенно процесс становится все сложнее и сложнее. И однажды совсем сойдет на нет. Дело в том, что количество биткоинов ограничено максимум 21 миллион и не больше. К концу ноября их было примерно 11 миллионов 980 тысяч. В первые 4 года существования этой валюты было создано 10,5 миллионов биткоинов. Сумма уменьшается в 2 раза каждые 4 года. То есть еще 5 миллионов за следующую четырехлетку. И дальше цифра будет сокращаться. Последний биткоин появится ориентировочно в 2140 году. Нужно понимать, что стоимость биткоинов не привязана к какой-либо валюте или другому активу. Курс обмена сейчас определяется исключительно балансом спроса и предложения. Фундаментально зависит от того, хотят люди его покупать сейчас или продавать. Почему люди именно сейчас хотят покупать? Китай, валютный контроль. Китайцы, возможно, думают, что смогут его обходить. И, видимо, какая-то очередная волна тех энтузиастов, фанатиков, которые верят, что в будущем это будет стоить не 800, как сейчас, а 8 тысяч или 80 тысяч долларов. В первую очередь притягательность биткоина обусловлена его анонимностью. Парадокс в том, что валюта является одновременно и достаточно открытой, и абсолютно непрозрачной.
Информация о всех транзакциях с биткоинами хранится в открытом доступе. Правда, дает это совсем немного. Вот, например, одна из крупнейших сделок за последнее время. Информация с портала Blockchain Info. Общая сумма перевода, если в долларах, то под 6 миллионов. Но вот больше с этим поделать практически ничего нельзя. Гигантскую сумму перевел один набор букв и цифр нескольким другим таким же непонятным сочетанием. Кто стоит за ними и за что такая оплата, узнать фактически невозможно. Неудивительно, что биткоины пользуются огромной популярностью у различных криминальных структур. Работорговля, оружие, наркотики, все что угодно, даже заказные убийства. В анонимной сети Tor открылся сайт под названием Assassination Market. В переводе «рынок убийств» или «покушений». Здесь посетители скидываются на убийства влиятельных политиков. То есть представьте, что произойдет, если хотя бы один человек из тысячи будет готов заплатить хотя бы один биткоин за убийство. Суммы бы выходили огромные. В списке Assassination Market, например, президент США, его голову оценивают в 40 биткоинов. Но это не предел, дороже всего. Анонимы оценили жизнь председателя Федеральной резервной службы США Бена Бернанке. 124 биткоина или почти 74 тысячи долларов. На самом деле достаточно скромно. Видимо, пока свое берет гуманность анонимных пользователей этой сети. Ее, похоже, оценил и сам фигурант этого списка Бернанке. По крайней мере, в своей оценке существования биткоинов он ухитрился разглядеть как плюсы, так и минусы. Виртуальные валюты несут в себе определенные риски. Они дают возможность преступным группировкам отмывать огромные суммы денег. Но в то же время виртуальные валюты инновационные. Они способны быстро перемещать большие суммы денег. После такого почти признания окончательно понятно, что биткоин перестал быть игрушкой фриков-программистов. Что делать с электронной валютой, всерьез обсуждают правительства развитых стран, частный бизнес осторожно, но все активнее пробует экспериментировать с биткоинами. Преимуществ много, никаких границ. Обработка международных транзакций занимает считанные минуты. Биткоин принимают уже более 12 тысяч фирм и предприятий. Малый бизнес использует биткоин по разным причинам. Кто-то сам торгует этой валютой, кто-то хочет платить меньше комиссионных. При оплате картой они достигают 3%, а вот при расчете биткоинами менее 1%. Впрочем, пока все легальные операции с биткоинами – это капли в нелегальном море. Оборот некогда главного криминального онлайн-рынка Silk Road за 2,5 года работы оценивался ФБР в 9,5 миллионов биткоинов. Это число лишь немногим меньше, чем общее количество биткоинов, то есть вот те самые 11 980 тысяч. Понятно, что основным использованием этой валюты была именно покупка самых разных нелегальных товаров. Например, представьте, преступная группировка, которая ворует деньги с банковских счетов при помощи традиционных вредоносных программ. Да, но затем вот эти деньги, которые они украли со счетов клиентов банка, они обналичивают не через банкоматы, а вводят на какую-то биткоин-биржу, покупают там по абсолютно любой цене биткоины, да, после чего перегоняют их по цепочке и тем самым, во-первых, обеспечивают анонимность, а во-вторых, да, отмывают эти деньги, а в-третьих, еще и курс биткоина в настоящее время растет, что приносит им дополнительный доход. Как бы то ни было, но биткоин уже вышел из тени. Сейчас в этой системе вращаются миллиарды вполне реальных долларов. Да, на данном этапе происхождения большая часть из них криминальная, но у независимой валюты и все больше сторонников из числа таких романтиков, мечтающих о новом лучшем мире. Эксперимент Остина и Basic Rake начался 23 июля и длился 101 день. Единственное условие – везде рассчитываться только виртуальной валютой. Супруги совершили кругосветное путешествие. Сначала из штата Юта в Нью-Йорк, затем перелет через Атлантику в Стокгольм. Потом были Берлин и Сингапур. Во время путешествия семья Крейгов платила биткоинами абсолютно за все. Продукты в супермаркете, ужин в ресторане, одежда и обувь, авиабилеты. По пути супругов сопровождала съемочная группа. Крейги признались, самыми трудными оказались поиски автозаправок. Виртуальную валюту принимали далеко не везде. Приходилось убеждать, что виртуальные деньги ничуть не хуже реальных. С
растущим курсом биткоина растет и число желающих участвовать в такой экономике. На Кипре университет Никосии начал принимать в биткоинах плату за обучение. Космическая программа Virgin Galactic поддерживает оплату билетов при помощи этой электронной валюты. В общем, джин выпущен из бутылки. Технология есть и достаточно широко распространилась. Запретить ее больше нельзя. Игнорировать тоже. Остается главный вопрос, что же со всем этим делать?